Чешское телевидение представляет. Макси пёс Фиг. Макси пёс Фиг на футболе. За лесом стоит домик. В нем живет Айя, а в будке Макси пёс Фиг. Фиг! Фиг! Что с тобой? Айя, ты как сюда попала? Тебя разве не утрамбовали? Тебе наверняка опять что-нибудь приснилось. Ты права. Это, похоже, опять был сон. Хочешь, расскажу? Конечно, хочу. Ну, только рассказывай побыстрее. Приснилось мне, что я иду однажды и встречаю пса с флажком. Я его спрашиваю: куда ты намылился, дружище? На футбол, старик, айда с нами. Предлагаешь убить время, это можно. Ничего себе, Айя будет судить. Как ей такое в голову вообще пришло? Давай, давай! Вы что, ведете себя как люди? И ты спокойно смотрел, как меня забрасывают костями? В нормальной жизни я бы, конечно, этого не позволил, но во сне же ты не можешь делать, что хочешь. А что со мной дальше было? Рассказывай скорее. Потом они перестали. Наверное, потому что у них кончились кости. Говори немедленно. Только представь себе, Айя, что эти кроты хотели, чтобы ты их тоже судила. Айя, где ты? Фиг, помоги! Спаси! Фичик! Фичку! Фичик!
я осторожно. Я во сне так рыл, так копал, а ты меня разбудила. Хорошо еще, что я вовремя пришла, а то бы ты неизвестно до чего докопался. Это правда, но устал я страшно. Страшнее мне то уловило. Я отлично знаю, к чему ты клонишь. Ладно, ты еще немножечко поваришься, а я пока сбегаю в магазин. Пока. Пока, Айо. Фильм подготовлен к эфиру агентством Мосфильм ТВ-Медиа.